Всем привет, и сегодня очередной выпуск топ-3 товаров на Алиэкспресс. И первое, что я вам покажу, это необычный удлинитель-разветвитель, кому как больше нравится. Смысл его в том, что он представляет собой такой вот кубик на 5 розеток со всех сторон. Но по факту вы сможете использовать, наверное, только 4, потому что подключить со всех сторон это как-то не очень удобно. А во-вторых, к ней идет вот такая вот штучка, на которую она крепится. Цена тут, конечно, приличная, но, скорее всего, это просто из-за того, что это какая-то новая штука оригинальная, которая еще не успела сильно приесться, и, наверное, люди берут. Вот здесь в описании мы можем посмотреть: длина кабеля 3 метра, напряжение переменное до 230 вольт, вес, размеры, ну, как бы, примерно понятные. Можно присобачить его куда-нибудь на стенку, и вот видно, что вращается еще на вот этом держателе этот кубик. Вот, но прикольная идея вообще. Я думаю, штука довольно полезная, но пока не очень доступная, не для всех. Следующее, что я вам покажу, это вот такая механическая точилка. На самом деле очень классная штука, очень удобная для тех, кто рисует или просто точит карандаши. Не надо париться с этими маленькими штучками, которые хреново затачивают. А берете вот такую точилку, и стоит она всего лишь $3. И запихиваете карандаш, и там такая классная внутри большущая фреза стоит, которая очень быстро затачивает карандаши. По-моему, просто суперская точилка. Я такую уже заказывал, можете потом поискать в одном из моих видосов. Должна быть, по-моему. Хотя не уверен. Вот, внутри вот этот вот агрегат вот так выглядит. Мне кажется, она затупится очень скоро и прослужит очень-очень долго. Есть, конечно, и механические всякие дорогущие приспособления, но, как правило, там стоит обычная точилка, которая там, не знаю, ее хватает, по-моему, не очень надолго. Она быстро тупится и выходит из строя. А вот такая вот фреза крутяцкая. Вот это действительно солидная штука. Вот здесь побольше различного рода скриншотиков. Короче, если возьмете, то не пожалеете. Вот. Я вам сильно советую. Кому нужно, прям не думайте, берите. Тем более сейчас цена совсем там маленькая стала. Я платил, наверное, раза в полтора дороже. И прям последнее такое супер товар, который я приготовил на сегодня, это подсветка для унитаза. Выглядит эта штучка вот таким образом. Заряжается от USB. Внутри там еще батарейки есть. Ну, либо аккумуляторы поставьте, кому как удобнее. Куча цветов. И вот прям я представляю себе картину. Я захожу в туалет, поднимаю крышку, и вуаля, божественный грааль светится. Прям даже как-то приятнее гадить в такой унитаз. Божественное очко, я бы даже сказал. По-моему, устройство совсем бесполезное, но очень прикольное. И чувствуешь себя прямо божественно, пока делаешь свои дела. Ну и стоит достаточно дешево. На этом на сегодня все. Если вам понравились сегодняшние товары, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И ждите следующих топов и анбоксингов.